Фигуристка уже не нуждается в представлении. Ведь это несравненная Камила Валиева. Так катаются только суперзвезды. И катаются они для суперзвезд наших звездных тренеров. Великая Татьяна Анатольевна Тарасова в восторге от катания Камилы Валиевой. Ее новая короткая программа, где она абсолютно другая. Взрослая, красивая, прекрасная Камила Валиева. I see red. Именно так называется эта композиция. Я вижу красный. И мы видели этот красный, этот прекрасный красный. Это платье, которое ярким пятном блистало на сегодняшнем льду мегаспорта. Камила Валиева. Камилочка. Привет! С возвращением! Новый сезон, новая короткая программа. Расскажи, как подбирали музыку? Мы подбирали что-то новое, что-то необычное. И хочу сказать большое спасибо моим тренерам, которые меня услышали и предложили такой прекрасный вариант. Вариант просто отличный. Ты в нем
живешь, дышишь, и только ты так умеешь. Это действительно очень взрослое, зрелое катание. Да, у меня никаких вопросов, только слова восхищения. Публика тебя очень сильно поддерживала. Давайте еще раз громкими, бурными аплодисментами. Спасибо. Даже эти прекрасные цветы, которые тебе подарили, ты затмеваешь своей красотой. Поэтому продолжай, пожалуйста, нас и дальше радовать. Скажи, пожалуйста, ну вообще, какие планы на этот сезон? Работать, кататься и радовать зрителей. Радовать зрителей у тебя уже получается прямо сейчас. Остается только работать и кататься. Что мы и будем делать, но уже завтра. Поэтому отправляем Камилочку отдыхать, восстанавливаться после этой прекрасной короткой программы. Спасибо большое.